взрослым о важном. Международный день защиты детей на телерадиоканале «Страна-ФМ». Виктория Прокофьева. 7 лет. Я желаю, чтобы все люди в мире были здоровыми, чтобы болезни обходили вас стороной и вместо горьких таблеток принимали мармеладные витаминчики. И тогда у всех будет отличное настроение. А если кто-то болен, пусть свершится чудо, и болезнь скорее пройдет. Будьте здоровы! Взрослым о важном.